Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Boom Slinger. Так, я сюда нажимать не буду, иначе у меня игра зависает почему-то, я не знаю, в чем проблемы. Поэтому сразу переходим к поединкам. Рэй, Роджер и Нюк ждут. Кстати, у нас будет офигенный портал, такого я еще не видел. Какой-то травяной, что ли? Ага. Интересно. Так, я хожу первым. Музыка прикольная. Твою налево, да что ты делаешь? Ау, щит. Подожди, может быть нам... Давай-ка, наверное, мы прыгнем с тобой. Блин, Роджер будет прыгать. Нет, тогда не будем. Это что, листочек, что ли? Луч, он берет луч. Не прощу. Этого я ему, ребята, не прощу. До свидания, дядя. Так, ну что ты будешь делать, жаба? Окей. Тройным. Давай, допустим. Иди, иди туда. Так, тебе я и завалю. Так. Гудбай. Но я, правда, погиб. Что он будет делать? Ему... Блин. О, как. Нет! Фу! Не вздумай. Нет! Да. Проиграла, что сделаешь? Видишь, как неудачно немножко у нас... Подожди, там была награда. Ладно, фиг с ним, потом заберем. Ну давай, 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 быстрее, противник. Следующий, кто там у нас? Зорро. Я сейчас этому Зорро уши-то надеру. Кто ходит первым? Ходит первым Дэйв. Прыжок и лазер. Окей. Ну что ты там елозишь-то? Молодец. Красавчик. Что мы можем сделать? Мы можем бомбануть. Давай, наверное, бомбанем. До свидос. Мау. Так, ну что ты там? Слайм, черный слайм. Какие у тебя варианты, а? Корову? Сюда, что ли, ты хочешь ее бросить? Любая твоя ошибка, парень, и... Ух, ё-моё, отлично, ребят. Аханя! Если я его лучом... Что, пробиваем, наверное, да? Гудбай. Пишет мне еще там бай. Вот и бай. А я заберу наградушку свою. 25 самоцветов. А почему не забирается? Ребята, опять смотри. Игра зависла. У меня то же самое было на... А нет. Получил. Слушай, а может быть тогда и этот я смогу забрать? Где вот тут яйцо? Вот. Может, не зависнет все-таки? Слушай, нормально, надо было просто подождать подольше. Опа! Дино! Друзья мои, я получил Дино и... Новая карта, мина. Сюрикен.
А что за мина? Я не знаю, что это за мина. Хм. Поехали. Я, ребят, не знаю, что это за мина. Никто из моих противников ей не пользовался. Гектор. И все, что ли? Черный какой-то слизень. Очень хорошо приметный он, да? На этой территории. Вот то, что плохо мы на самом верху, это, конечно, ребят, не айс. Иди отсюда. А вот то, что они могут нам сверху, конечно, снизу подбить, это не очень хорошо. Прыжок. Бомба. Ой-ой-ой-ой-ой. До свидания, Рейчик. Подарочек вам. Ай-яй-яй-яй-яй. Как же так-то? Корову. Даже вот так вот. Окей. Что нам туда, снаряд запулякать? А самим куда? А самим, наверное, надо спрыгнуть. Вот сюда. Посмотрим, что он сейчас сделает. Конечно, ему закинуть сюда надо что-нибудь. Бомбочку или еще какую-нибудь пакость. Вот, например, снарядик, да? Или что он там? Попади еще вначале туда-то. Да-да-да. Что будет, если мы вот эту штуку туда ему закинем, а? Ать! Вот это, ребята, я навредил сам себе. Бомба. Ну, давай бомбу, допустим. Ой, улетели мы. Я думал, мы хотя бы перегородку об эту врежемся. Но нет, не врезались. Просто улетел к чертовой бабушке. Ну, давай. Кстати, по-моему, сказали, что нету теперь черепков для... Ну, то есть можно бесконечно тут бомбить. Ограничений нету. Проверим. Есть или нету эти черепки? Ага, луч с прыжком. Вот так ты, да, хочешь? Ага. Кто у меня ходит? Пёси. Давай ему туда подарочек отправим. Goodbye. А сами-то что сделаем? А сами ничего пока делать не будем. Ага, вот она, кстати, мина. Сейчас посмотрим, что она делает. Давай к себе туда ее. Ну. И чё? Да, конечно. Короче, мина — это ерунда полная, ребят. Вот что я вам скажу. Дай-ка, наверное, отсюда упрыгаю, наверное. Вот так вот. Ну, и что? Ой, лопух. Просто лопух. Молодец. Пора с ним распрощаться, я так думаю, да?
Лови. Подарочек. Еще с таким звуком. Ну, я готов дальше воевать. Драться. Ну что такое? Что за зависоны? Роджер, Рэй и Нюк ждут следующего противника. Да это заяц, что ли, там? Да, заяц. Блин, ну как-то вообще не в тему. Мы на самом верху. Опа, нормально я попал. Я бы даже сказал, великолепно. Носок. Да ладно, это как так надо было? Что, потопим их всех? Если бы. Куда ты твою налево, блин? Выжил. Я, наверное, сюда вот бомбану. Отлично. Овечка. Прыжок с сюрикеном. Эй. Аханя. Вот сейчас мы будем с тобой делать аханю. Плохо сработало. Плохо. Блин, не хотелось бы, конечно, мне улететь, но, видимо, придется, да? Промахнулся, отлично. Промахнись. Нет, попал. К сожалению, ребята, он попал. Да что ты, твою налево, Рэй, ну что ты сделал, а? Ох, если он сейчас сюда что-нибудь зарядит эдакое, типа бомбочки. Не скидывай меня, не вздумай. Все-таки скинет, да? Ох ты, это что-то. Опа! Прыжок с сюрикеном. Утырок, а? Просто утырок. Самый настоящий. Игра взяла, вырубилась что-то ни с того ни с сего на пустом месте. Непонятно. Ладно. Мне еще нужно два черепка получить, чтобы открыть следующую награду. Ух ты, смотри, у него жаба с короной. Как-то все иногда, а? Окей, бери звездочку. Попадет, что ли? Попал. Нифига, у него звездочка прокачана, прикинь. Если столько урона он нанес мне. Че, бомбанем, наверное? Фигня получилась полная. Угу. В ответочку, да? Бульк, и утонули. Ну что, наверное, буду кактус. Бульк, утонул. Пропускаем ход. Угу, давай. Наивный какой-то. Надеюсь, у тебя ничего нету там на меня скинуть сверху? Нету, да?
Да куда ты... А, нет, подожди, все нормально вроде бы. Да зачем ты так далеко-то улетел? Все, ребят, это фиаско. Это, блин, фиаско. Я хотел рядом с ним, ну... Сейчас, по ходу дела, мы проиграем. Да, я просто кубарем, ребята, откатился. Эх, Рэй, Рэй, ну что ж ты так? Да это бомба все, ребят, виновата. Это что же, это новая... Это шляпа, кстати. Да? Новая шляпа. У меня даже старой-то не было. Новая. А как ее одеть? Где вообще эти шляпы находятся? Так, космос. Это эмоджи. Ага, вот. Вот. Все, пускай у меня рычаг будет в шляпе, ё-моё. Ребят, я пока проигрываю по боевке. Тендерин мороженое на голову надел, такой довольный. И едет он. Ага. Кто ходит первым? Я. Оу. Есть очень даже неплохой шанс. Эть! Чуткарь ко мне. А что он здесь может сделать? Ну, он может пробивать вот тут вот. Ой-ой-ой, это опасно, ребят. Сюда упасть, это нежелательно. Вот с этим надо что-то сверху сделать. Бомбить его сейчас. Бумеранг. Твой бумеранг тебе не помог. Ать. Я должен его, ребят, подбить. Да что тебе, твою сусмятину. А что случилось? Дисконнект, ребята. То ли сдался, то ли действительно обрыв связи. Но, тем не менее, я приравниваюсь, ребята, к победочкам. К победочкам. Давай, 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 следующего мне, пожалуйста. Следующего, кто у нас там летит? Лисичка, картошка и медузка. Кто ходит, песик? Ага. А чё я радуюсь-то? Чё я радуюсь, он же сейчас мне может... А, вон кто ходит. Он захочет меня, естественно, уронить. Минку ставит. Да. Видал, что утворяет? Так, 4 очка действий, да? Вариантов-то не так много. О. Что себе. Прыжок делает. Молодец. Красавчик. И себя тоже. Он сейчас себя тоже бьет. Аханя, маханя. Если я, например, сделаю так, то будет слишком глупо. Окей. Так, надеюсь, у тебя там нет прыжка никакого. То он может в прыжке. Вот как ты решил, да? Тройным даже. Молодец. Еще и в себя попасть умудрился. Йоху! Йоху!
Goodbye, да? Нет. Нет, ребят. Нет, я так влечу нафиг. Что он сейчас здесь влепит? По-моему, я тут проиграл. Надо было сюда вот прыгать к нему. Оу, нет. Что ты делаешь? Все-таки это, да? Что-то хочет и отхил, и этот, что ли? Если попадет, я могу улететь. Я могу просто улетучиться. Да, ребят. Так и получилось. Все-таки надо было сюда вставать. Но я почему-то засомневался, что я могу туда попасть. Именно я могу перелететь. Я вот этого испугался. Опять, ребята, мы с вами отстаем именно по победам. Да что вы все постоянно вот эту фигню-то делаете? Ну, кто там? Ага. Два на два, да? Иди отсюда. Даже так. Промахнешься же. Промахнулся. Так, что у меня дальше? Жабаненок будет ходить? Если, например, лучом. Мне кажется, я задену с эту. Давай так, наверное, попробуем. Как думаешь, к нему дричу? Прям на голову к нему запрыгнул. Прыжок с этим, ну давай. Ой, своего подобьешь. Утонул, короче, один. Ну что мы сделаем? Скинем туда бомбочку, наверное. Отлично. Да, мне пришлось, ребят, пожертвовать рейчиком, чтобы выиграть эту катку. Кто там у нас следующий? Я хочу уже перейти, не перейти, а получить третий уровень, ребята. На третьем уровне получаются новые карты. Ох ты, 3 на 3. Давно такого не было, 3 на 3. Что если я вот так вот сделаю? Ага. Что, будем сматываться? Блин, так дерьмово. Не будем мы, наверное, никуда сматываться. Оставлю я здесь песика. Хотел упрыгнуть, но думаю, ладно, фиг с ним. Вот у меня вот этот вот, конечно, кактусенок здесь немножко не в тему. Ну, допустим. Как думаешь, попадем? Эть! И чуть-чуть не утонул. Гаденыш ты этакий. Чутка буквально не хватило мне. А следующим ходит у меня с Роджер, да, получается? Что он делает? О, как. Вот как ты, значит, да, сделал? Допустим. Так, у него тоже есть бомбочка, но он начинает стрелять вверх. Ё-моё, утонул. Утонул у меня песик. Эй-эй.
Да чтоб тебе. Готов? Готов. Прыгать не будем? Не будем. Так. Ну что, у меня... Чего? Это что такое? Ну? Попал. Так, только не бей сюда, пожалуйста. Выжили. Мы выжили, друзья мои. Мне так тяжело его обнаружить. Ау, чет. Че ж так далеко-то? Да куда ты? Спрыгивай. Ё, куда ты? Кактус, блин, самоубийца. По-другому не скажешь. Что это такое у нас? Таск? Что? Ну, это я не хочу смотреть. Блин. Еще три. Еще три. Не хватает нам трех черепков. Это, то есть, три чувачка мы подобьем, и все. И, по-моему, у нас будет следующий уровень, ребят. Давай. Блин, я хотел поменять. Взять вместо кактуса, например... Дракончика. Сова, птичка и опять же этот слайм черный. Я хожу первым, да? Что сделает птичка вражеская, а? Блин, почему-то я мало урона наношу. Опа. Опа. Было мощно. Вот, ай. Хотел сказать, вот сидите там вдвоем. Неужели он меня скинет, а? Тут, знаешь, как нету это в червячках, которые воюют-то. Удар кулаком. Ну, апперкот, помнишь, такая. О, смотри. Но я не погиб. Иди ты в пень. Нет, 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 нет. А вот тебе и нет, нет, нет. Да что такое произошло-то, я не понял, почему. Я вот, объясни мне, как он сейчас, как у меня, чувак упал в воду, я не понял. Он же просто прыгнул. Он что, меня толкнул или что, что произошло? О, ребят, вообще, вообще проигрываем конкретно. Вообще проигрываем конкретно. Да ёк, Макарёк, я совсем забыл, что это не та бомба. Это не та бомба, которая сразу рвается. Это которая с часовым механизмом. Надо ее, блин, запомнить, ребят. Просто взял. Да не нафиг. Нет, нет, не утонул. Сейчас на весиком каким-нибудь. И мой бульк сюда, да? Че? И чего? Фига ты! Фига ты, мастер плюшка! Я и не знал, что... Подожди. Я и не знал, что так можно, если честно. Дайте-ка сберу награду. Фига, тут даже таблица лидеров есть. У меня 665... Да ёк, Макарёк, 665 кубков у меня всего лишь. Дайте мне награду забрать. Есть! Так, и что у нас тут? Новая галактика. Вот, вот оно, ребята. Это я что только... Оу, я перешел на новую галактику. Так, зарабатываем яйцо.
Новая карта. Маленькая ракета. Шипы. Блин, мина. 100 монет и 9 кристаллов. Если честно, даже не знаю, ребята, что из себя представляет вот это новое оружие, что я получил сейчас только что. Шипы, например. Ну, давай ракету возьмем. Вместо чего? Вот эту вот. Вот эту уберем, наверное, а эту заюзаем. Сделаем так. И шипы. Шипы. Вместо чего же взять-то их? Давай сюда. Поехали. Да, лихо я, конечно, получаю. Сейчас тут, наверное, будут уже новые чувачки, да? Кстати, ты заметил, что действительно черепков больше нету? То есть нет вот этого ограничения. Мы уже играем фиг знает какую битву, и ограничений у нас нету. Я не знаю, что мы шипы какие-то взяли. Что вот, вот шипы эти делают? Что вот они делают? Без понятия, ребят. Опа, зато пингвинчик отдуплился. Причем сразу же. Так, он делает прыжок. Передумал, что ли? Хотел телепортнуться, да? И чего? Что шипы делают? Давай попробуем, сможет толкнуть он или нет. Вот так он меня в тот раз и бомбанул. Я понял, ребята, все-таки можно отталкивать. И какое у тебя здесь не очень хорошее место. Очень нехорошее. Он решил сюда ко мне прыгнуть, что ли? Нафиг ты мне здесь нужен, охламон. Давай соображай быстрее. Хорошо, что здесь есть тайминг. И, ребята, я так бы вот он сидел бы тут 3 часа бы. Окей. Ой-о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 й. Ребята, это что? Это что сейчас я сделал? Оу-щит. В плане дисконнект. В плане дисконнект, блин. Трындец. Ребят, ну, обрыв связи у него был. Видимо. Ну что, давай, наверное, еще одну карточку пропишем. И будем на сегодня закругляться. Не, ну, в обновлении то, что хорошо, ребята, нет этих ограничений по черепкам, это круто. Кек. Кек, шмердек. А это кто такой там, птенчик, что ли, не пойму. Да, это птенчик. Давай проверим, что за ракета. Вот она. Такой деловой раскидал тут всех. Одного выкинул, второго выкинул. Нормально. Да, вот я стою, конечно, не очень удачно, блин. Дикий Мака. Это наш, видно. Соотечественник. Не надо свои мины тут выставлять. Да, братская могилка, да, здесь получается. А значит, будем заниматься вот этим вот птенчиком. Слушай, а шипы что? Ну-ка. Пых, вот и пых.
Да, пингвинчик в затруднительном положении, ему даже и сделать-то нечего. Что бы он ни предпринял бы, он погибает сам. Ну давай, дикий мака, ходи, что-нибудь делай там. Шурши, как говорится, чулками. Все, завис, короче. Не решил он, да, ничего делать? Если я сделаю, например, вот так. Этот хлыщ еще и не утонул, к тому же, ко всему прочему. Стоит ли нам прыжок тратить? Ну, если только вот сюда, вот куда-нибудь. Ну что этот птенчик сделает? Бомбанет сюда, наверное, да? Я упаду. Он делает прыжок. А я не знаю, что это такое, ребят. Ты решил похоронить, что ли, всех? Фига себе. Вот там тебе и... Храню, парень. Сможем ли мы его? Нет. А, блин, сейчас ходит. Чё ты делаешь-то? Пух. Пипец. Вот тебе и пух. Ну, что-то он вот делает. Ну, луч. Пипец. Почему ты отпрыгнул не сюда, а именно в ту сторону, где, блин, пропасть? Да, он, блин. Так, все, ребят, это была последняя битва на сегодня. Иначе сейчас начну тут, блин. Пух и перья полетят. Пух и перья. Так, давайте на сегодня закончим. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.